Не, ну, кстати, в чем преимущество? О, кончи. Это в том, что у него нога есть его. Ну да, на весь экран, блин. Ну а можно от нее как бы скрыться, если делать дэши вперед. Не, ну просто как бы у этого против дальних снарядов у Кинга, хотел сказать. Ой-ой-ой. У Кенши у него есть этот. Вот, у Кенши у него как бы вот эта пробежка, которой все снаряды живут. Да, это крутая штука на самом деле. Вот. И четверкой же ее можно поймать. Пробежку, по-моему, нет. Не сможешь. Он слишком быстро бежит. Ой, что за лаги. Ой, да ну. Breakaway. Вот, кстати, у Кинга очень часто Сарина прокатывает. А-а-а. Допустим, вот если бы я сейчас так играл, мне просто... Больно. Извиняюсь. У меня постоянно просто сидели без блока и перебивали бы. Ух ты! Ты тантир зашел. Вау. Да, поймал здесь красавец. Будет сразу делать 444, как он обычно любит. А, нет. 400. Ой, перебил, вот, да, вот. Вот она, это пробежка. Да. Ну ее, блин, фиг ты, по-моему, четверкой перебьешь. Потому что он... И ты ее четверкой не перебьешь. Вот просто, когда я играл на турнире, да. На этом, какого, ой, рекламство. Да-да. Вот я же против Кенши играл. Против да? Этого, я не, не успел смотреть, по-моему. А ты не видел ее? Да, я... мы же играли. Да, точно, точно. Она же не была на лайв-стриме. Этот, с Ханзом. Но он просто... Ой, Ханс, блин. Это наш, типа... Да, внешний знакомый, но он, блин, нас всех обосрал, мы его выкинули, заблокировали везде. Вот, короче, это... Он просто делал эту пробежку с конца экрана. Да-да. Вот, а потом подходил более-менее на среднее расстояние и начинался вот это... Вперед 2-2, вперед 2-2-2, 2-2-1, вперед 2-2-1, там и так далее. Ну да. Вот видишь, нога даже тут не попадает. Если ты идешь просто даже вперед. Ты можешь даже медленно идти. Не попадет. Так, это. Так, это у нас 1-0, да. Первый удар все-таки у Кенши из-за брони. Интересно. Вот это, кстати, очень спецприем такой прикольный. То есть ты просто ставишь, ну, с расстояния, получается, по умолчанию ставишь духа на вставании возле противника. Я, кстати, изначально думал за Кенши играть, но когда еще не знал, кто будет, но я знал, как бы, что будет шансон. Вот. Но мне не нравились две вещи. Из-за этих двух вещей я за него и не играю. Во-первых, что он японец. Ого. Интересно. А во-вторых, что от него просто настолько несет Фуджином. А. Ой-ой-ой, чип демег. А, так его же искали. Ну вот, да. Если он сможет сейчас поиграть, то было бы круто. Но если нет, то тогда так, чао, а дальше у нас проходит. Счет-то? У нас 2-0. Пользу Кинга. 2-0, потому что, да, вроде я что-то смотрю, у них уже новая игра началась. Да. Так, о, Крей начал просыпаться. Блин, ну Кинг так-то молодец, на самом деле, он каждую четверочку он везде присядет, везде все сделает, чтобы не попасться на нее. Ой-ой-ой.
Так, Петя, наверное, не слышал в чате. К сожалению. Ух ты. Так, вперед захват. Так, есть контакт. Так, пробил. Ух ты, давай. Молодец, молодец. Так, два матчпоинта. Финальный раунд. О, хорош. А, там не было антиэра. К сожалению. Ах, можно было закомбить, но не получилось. Так, телепортик. Вставание с помощью спешила. Ха-ха, неплох, неплох. О, перебил еще и воздух, да ну. Кинг, наверное, сам не поверил. Так, так. Так, ответственный момент. Ух ты. Тут должно быть, наверное, где-то 50% по-любому. Фазан. О, ну ладно, 48. Counter, кстати, какое-то другое слово говорят все. Я уж не помню. Что-то... Да-да, он что-то тоже говорит, но он что-то другое. Нет, они это... Ой, ты даешь! Он ох-ох-ох. Вначале что-то говорит, я не помню, что. Так, что-то 3-0. Не Кришна, а что-то типа такого. Перед фатальным ударом, вот они все вот это вот. Mm-hmm. Я заметил. Повторяют. Что за тигр этот, лев, а? Крейну ГГ. Да, классно сыграли. Так, кто у нас следующий? Давайте собирайте галки, да, с Чао.